Сегодня днем проезд по коммунальному мосту перекрыла гора мусора. Горящие отходы вывалила на дорогу спецмашина. Это видео сняли очевидцы. На кадрах видно, заблокированы две крайние полосы в сторону правого берега. На мосту образовался затор. На место приехали пожарные и сотрудники ГИБДД. Коммунальщики пояснили, что водитель мусоровоза выгрузил мусор прямо на мост, потому что он начал тлеть. Так он предотвратил возгорание автомобиля. Действия водителя в ГИБДД назвали оправданными.